Инженерно-саперная группа миротворцев продолжает очистку территории Нагорного Карабаха. Российские саперы провели работу по поиску взрывоопасных предметов в Красном базаре. Также военнослужащие провели сплошную очистку около 5 гектаров сельхозугодий. Благодаря проделанной работе местные фермеры могут вернуться к обработке земли и уходу за плантации шелковицы. Помимо этого, российскими миротворцами было организовано сопровождение более 50 паломников в монастыре Амарас и Дадиванг, находящиеся в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Քրիստոնյաներին հատկապես եկեղեցականներին մեղադրել զայսուտովանյա խոսք եւ պատմական խաչվետքով հաղորդում։ Բնկյա ազատ